Выжженная трава и фрагменты обгоревшей одежды до сих пор наводят ужас на отдыхающих. В разгар рабочего дня в парке Абая развернулась жуткая картина. 45-летняя женщина облила себя из канистры некой жидкостью, а затем чиркнула спичкой. В считанные секунды женщина превратилась в горящий факел. В 1:30 обеда поступил вызов в центр оперативного управления о том, что неизвестная женщина совершила самоподжог. Мы с напарником немедленно выдвинулись на место происшествия. Увидели лежащую горящую женщину на земле. Немедленно бросились ее тушить. Полицейским удалось сбить пламя. Немедленно была вызвана скорая. Пострадавшую госпитализировали в ожоговый центр Шымкента. 55% поверхности тела. Это 3-4 степени. Началось, не приходя в сознание, на третьи сутки. Полицейские выясняют мотивы и обстоятельства происшествия. По предварительной информации, совершить самоподжог женщина решилась из-за неурядиц в семейной жизни.